Теперь никаких мешков вдоль улицы. Подрядчик регоператора «Экокомплекс» установил в поселках Центральной, Бельмесевой, Ягодной, Сибирской долине и селе Лебяжьем 33 мусорных бункера. Раньше вывоз мусора осуществлялся бестарным способом. Ну, это машина ехала, и от каждого дома забирали пакетики с мусором. Собаки рвали пакеты, ветром разносило мусор. Плюс в зимнее время не всегда можно было подъехать. Раньше, чтобы бестарным способом обслужить только село Лебяжье, у специалистов компании уходило 12 часов. Теперь с бункерами всего 2. Вместо одного раза в неделю, как раньше, забирать мусор будут ежедневно. Этот, как и другие плюсы метода, должен облегчить жизнь людей. Но вот ответственность за содержание мусорной площадки в таком случае ложится на муниципалитеты. Многих глав сельсоветов дополнительные обязанности пугают. На встречу прогресса идут не все, но есть чиновники, которые идут людям навстречу. У нас ежедневно осуществляются рейды по утрам и каждый четверг, то есть чисто четверги. Смотрим за благоустройством контейнерной площадки, ну и за чистотой вокруг. Ну, то есть есть люди, которые будут следить за состоянием. Конечно, это специалисты администрации. В тариф регионального оператора расходы на приобретение контейнеров не заложены, поэтому компания-механизатор приобрела их за собственные средства. Это более 1 300 000 рублей. Ирина Корчагина, Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.